этим садомитом и глумливым прислужником из Большой Семерки уже давно пора понять, что на фоне России они максимум шестерка и единичка. Трепещите, англосаксонские кровожадные адепты. Газа нет, но вы держите. Запустить. Валер, ну-ка скажи мне, как мой политтехнолог и человек, который всегда вовремя подставляет мне тазик. У этих заокеанских пиндосов такого поста жим-жим? Димон, ну какие прислужники и садомиты? Ты опять боярышник натощак выпил? А мне нравится. Еще и этот плащ. Ты в нем похож на личинку КГБшника. Снимай это барахло, нужно искать новый образ. Чтобы в западных изданиях твое фото сеяло панику и страх. Согласен. Ну что, термоядерный дегенерат, судный день настал. Hasta la vista, bye. Из тебя такой же терминатор, как из Кадырова учитель русского языка. Натовчане, да прибудут с нами санкции. Я, представитель темных сил и темного пива, пришел, чтобы Пора этот цирк прекращать. И не может быть Дарт Вейдер ростом как Йода. Да и мне, честно говоря, этот образ не очень. Старые дружи после вчерашнего в нос лупят, подразмотала опять. Сразу нет. Димон, по-моему, это оно. Че, думаешь, это кого-то напугает? Да ты прикинь, что будет с Путиным, когда он тебя в коридорах Кремля встретит. ФСОшники не успеют даже чемодан открыть. Как говорится, пугай своих ублюдков и выродков, чтобы западные тоже боялись. А это идея для нового поста в Телеграм? За это можно по чуть-чуть... Нет, этому придурку больше костюм чмо не подошел бы.